Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Сегодня у нас 23 июня 2016 года. Мы с вами начинаем торговлю. Мы с вами начинаем утренний обзор валютного рынка для эффективной торговли. Я думаю, что со связью все хорошо. Переключаясь на экран. Доброе утро, уважаемые онлайн-слушатели. Меня зовут Тулиген Уразалиев. Трансляция ежедневно ведется из города Алматы, с офиса официального партнера компании Альпари. Мы с вами обсуждаем три валютные пары: евро-доллар, фунт-доллар, фьючерс золота, по которым сегодня торговать невозможно. Вот. Но в любом случае мы будем наблюдать, как действует наша стратегия, которая называется «Последний поцелуй», которая вчера отдала тейк-профиты по некоторым валютным парам, по евро-доллару, по фунт-доллару, по золоту не состоялось последнего поцелуя. Обсудим сегодня. Вот сегодня референдум в Великобритании, и к концу дня будет известно, осталась ли Великобритания в составе Евросоюза или нет. Весь день будут сегодня вестись голосования, и к вечеру мы узнаем результат. Или завтра утром, не знаю, как там разница во времени. Поэтому сегодня ограничена торговля даже по паре, даже по золоту. Вот только что я хотел по последнему поцелую зайти в золото, торговля запрещена. Переключаясь на экран для того, чтобы... Ой, где наш экран? Вот он наш экран и вот он наш экран. Для того, чтобы вместе с вами обсудить все-таки, куда двигаются наши валютные пары. Я одновременно хочу включить чат, чтобы видеть вас, да? В Алматы пасмурно и скучно. Не, мы уже привыкли, о зиме приветствуем. В Алмате уже 3 месяца пасмурно. Льет дождь без остановки каждый день. Я думаю, что климат поменялся, и у нас сейчас в Алмате уже климат какой-то индийский, наверное, или тайландский. То есть какие-то тропические дожди уже на протяжении 3 месяцев идут и не дают возможности насладиться, ну, к примеру, там, велосипедом или бегом по солнышку. Как только выбегаешь, тут же тебя догоняет дождик. Я думаю, что во всех регионах СНГ, ну, России то же самое. Недавно видел видео про Липецк, там то же самое, идут потопы. У нас потопы каждый день. Мы как-то от них спасаемся. Каждый день с собой берем на работу зонтик и маленькую лодку, чтобы можно было доплыть до дома. Итак, давайте посмотрим, что сделал евро-доллар, куда он стремился к концу дня, чего он закрыл. Я здесь сегодня немножко пораньше прибежал на работу, разрисовал 4-часовки, дневки. Давайте просто спросим сейчас у евро-доллара, где он находится. То есть, ну, уменьшим его вот таким образом. Вот, и спросим евро-доллар. Соответственно, ну, уже отработал свой последний поцелуй, который был разворотным. Он, вот, и этот поцелуй тоже отработал. Остается нам наблюдать вот за вот этим, что там происходит. Здесь есть отдача? Вот как раз таки здесь отдачи еще пока что нету. Поэтому берем вот этот одноцвет, растягиваем. Даже по часовке евро-доллар находится в недобитой цели. То есть стремится к своему 261-му от последнего поцелуя. Результат узнаем завтра, да? Правильно, на охоту надо ехать. Кстати, Азимбек, мы с вами познакомились, в офисе вы тоже охотник. Недавно приобрел очень хорошую воздушку, могу порекомендовать. Ух, никто не запрещает, но зато можно стрелять по баночкам. Вот. Поэтому на чем мы остановились? А мы остановились на финансовых рынках, потому что когда есть два увлечения у вас, одно увлечение — это где можно зарабатывать деньги, а второе увлечение — где эти деньги можно тратить. Так вот, зарабатывать нужно на финансовых рынках. Давайте рассмотрим евро-доллар, что он делает. Вчера мы с вами находились в стадии того, что мы находились внутри коридора сотого. Вот-вот, пневмонутый. Вот, правильно, отлично. Вот. И снесли стоп-лосс, но не были мы за уровнем 100. В данный момент мы находимся в пробитии уровня 100 повторно. Касания 76-го не было. Это произошло вчера днем, да, к примеру. И идем к настоящему, к тейк-профиту. То есть, почему это настоящий тейк-профит? Еще раз напомню, потому что последний поцелуй, который был здесь, он свое отработал. Последний поцелуй, который был здесь,
Он свое отработал. Мы можем даже его проверить, смотрите. Вот он, последний поцелуй здесь. Он, в принципе, настоящий был перепоцелован, и он свое уже давно отработал. Бах, бах, бах. И теперь мы просто спрашиваем, кто был самый глубокий парень вот в этом коррекционном движении. Поэтому глобальный последний поцелуй выглядит вот таким образом. То есть мы находимся после одного стоп-лосса, повторный выход, и стремимся к своему 261-му. Это глобальный. То есть это месячный, грубо говоря. Теперь давайте посмотрим последний поцелуй вчерашнего дня. Как он себя повел, как он себя отработал. Вчера был замечательный последний поцелуй. То есть если мы спросим, кто вчера был самый низкий парень на деревне, этот парень нам спокойно отдал тейк-профит без мучений. Он вышел, не задел 7-6, потому что мы на 3 пункта прятались ниже, и отдал 261. Второй вариант, смотрите. Он вышел, если кого... Кому-то он снес стоп-лосс, то вышел повторно с проколом 161. Добавились и забрали 423. То есть, если не снесли стоп-лосс, то нужно было на 261 забираться. А если снесли стоп-лосс и повторно вышли, то тогда на 423. Он всем отдал. Теперь давайте другой вопрос зададим. Это мы отрабатывали последний одноцвет, а теперь другой вопрос зададим. А какое движение коррекционное было направлено на обновление лоу? То есть уменьшим вот так и скажем. Ну то есть вот было падение евро-доллара, далее было коррекционное движение и обновление лоу. Все, мы здесь видим черную свечку, и здесь мы по секрету номер два видим белую свечку. Применяем это и видим, что был выход, опять-таки, снесение стоп-лосса один раз, выход повторно и снесение тейк-профита 261. Это полудуга, этот коридор называется кривосогнутая, выпукловогнутая полудуга, которая тоже является инициатором нового лоу. Я думаю, что кто был на условно-платном семинаре, тот понимает, про что я сейчас говорю. Кого там не было, я вас всех приглашаю 25 июня, это через 2 дня, встретиться вновь на таком семинарчике, который называется «Секреты построения линии Фибоначчи для эффективной торговли». Вот, правильно говорите. Вот, поэтому евро-доллар мы вот сейчас с вами рассмотрели в двух позициях. И одноцвет вчера отдал свой тейк-профит, и коррекционный, целый импульс, который был направлен на обновление лоу, он тоже отдал свой тейк-профит. То есть и одноцвет, и кривосогнутая, выпукловогнутая по евро-доллару вчера отдали свой тейк-профит. Почему? Потому что все движется в тренде. То есть нет у нас задержки на одном месте. Евро-доллар вчера присел и пошел в другой ценовой диапазон. Все, он все отдал. Он никому ничего не должен. Теперь, соответственно, если вот это нам не должно, вот это нам должно, я рассматриваю лишь вот этот вариант в buy. То есть, грубо говоря, этот вариант нам еще не отдавал 261, он был всего с одним стоп-лоссом и как бы стремится к своему тейк-профиту. Давайте посмотрим, какая здесь рентабельность. Здесь 90 пунктов в стопе и 190 пунктов в тейке. Ну, такая, знаете, 1:2. 1:2,2, да, примерно рентабельность, но общая картина, евро-доллар смотрит вверх по неотработанному коридорчику. По неотработанному коридорчику евро-доллар смотрит вверх. Вот. Но мы должны не забывать, что внутри вот этого месячного неотработанного коридора, который кричит, я нахожусь в зоне бая, есть еще и будет формироваться сегодня коридор сегодняшнего дня. Я за ним наблюдаю очень просто. Я просто спрашиваю по евро-доллару, кто сегодня был самый высокий парень на деревне, и растягиваю Фибоначчи полуфабрикат на 2 пока что белые свечи. Почему? Потому что черные свечи пока что нету, и я буду растягивать по мере появления белых свечей. А как только черненькая появится, за черненькую прилеплю и буду ждать прорыва вниз. Прорыва вниз. Отлично, давайте все соберемся, фибоначчники, и поедем на охоту. Будем, согласно уровню Фибоначчи, выставлять цели и достигать их, да? Окей, Алексей, я тоже вас поддерживаю. И вот скоро уже суббота-воскресенье, нужно обязательно вырываться на природу, хотя бы с воздушкой. Хотя бы с воздушкой. Но животных не трогаем. Животных не трогаем. Я всегда говорю, не трогайте животных, которых вы кушать не будете. Вот. Если вы будете кушать воробья, то стреляйте. А если вы не будете кушать воробья, не стреляйте по воробьям. Нельзя. Вот.
Следующая валютная пара – фунт-доллар. Давайте ее тоже глобально у фунт-доллара спросим, кто куда собрался. Тем более референдум на носу. Уже сегодня он у нас на носу, референдум. И спросим у фунтика, кто был самый низкий парень, ну вот здесь вот, он, скорее всего, отдал тейк-профит. Да, он отдал тейк-профит. Давайте увеличим. Вот этот низкий парень, невооруженным взглядом, он отдал тейк-профит без касания стоп-лосса. Это было, выглядело так. Выход с проколом 161 добавились и забрали 423. Все хорошо. Благодаря данной стратегии риски составляли 48 пунктов, их не состоялось. И 270 пунктов состоялся тейк-профит. Значит, снизу нам никто ничего не должен. Теперь спрашиваем у верхнего парня, кто нам что должен. Когда-то мы наблюдали с вами за вот этим коридорчиком. Его мы перепоцеловали сегодня. Вот. И перепоцеловав его, мы тут же нарисовали бай-трендовый. То есть это выпукло вогнутый, криво согнутый. Здесь берем по правилу номер 2 черненькую свечку. И здесь берем по правилу номер 2 беленькую. Других вариантов у нас нету. Сколько поцелуев вчера на евро и как понять, что он отработал? Вчера был один поцелуй по евро-доллару внутри дня. Один. И второй был криво согнутый, выпукло вогнутый. Теперь смотрите. Раз уж мы перепоцеловали sell, ну, забрались выше, значит, мы закрыли другой коридор. Я всегда говорю, наблюдения ведутся вот таким образом. Я смотрю, кто был самый высокий парень на деревне и жду движения вниз. Вот он, движение снесения стоп-лосса. Но как только обновляем мы 47,782, я Fibonacci просто перетягиваю вот таким образом. И все. И получаю бай по трендовому коридору, получаю бай предреферендумный, вот, который, в принципе, имеет цель 1,5041. 1,5041. То есть мы всегда с вами работали в таких вот трендовых коридорчиках. Касания низа нету, пробитие верха есть, находимся выше сотого уровня, в любом случае находимся в зоне buy. В зоне buy. А Fibonacci просто позволяет нам определить будущую цель. 50-41 take profit нужно забирать. Вот. Отлично. Теперь давайте посмотрим, что золото, да? Золото. Золото что делает? Оно просто добивает свои цели. Почему оно все глубже и глубже провалится? В данный момент по золоту есть поцелуй сегодняшнего дня в бай. В бай. Но, ну вот он сейчас совершается. Я хочу совершить сделку, а сделочка не совершается, да? То есть нажимаю бай, бомс, все. Trade is disabled. Нельзя торговать. Не знаю, с чем это связано, надо спросить сейчас у менеджеров по продажам, почему я не могу зайти на золото. Бай. Меня это, в принципе, мало интересует. Если нету входа, значит, идет сохранение капитала. Значит, ну, кто-то не хочет, чтобы мы сегодня по золоту теряли свои деньги в стоп-лоссах, к примеру. Почему золото все глубже и глубже перепоцеловывает? Потому что золото находится в чистом селе по четырехчасовке. То есть вот так вот выглядит четырехчасовой сел. Здесь секрет номер два используем. Здесь вот так. А ну вот золото дошло до 161 уровня. Вот. А, потому что четырехчасовка, она главнее. Она говорит, золото я отправляю в сел до 12.24. По всем парам нельзя торговать. А, отлично. А зачем тогда нам уменьшили кредитное плечо, чтобы мы вообще не могли торговать 23 июня? Тогда написали бы, что 23 июня вообще можете на работу не приходить. Жалко, конечно. Ну ладно, в любом случае будем наблюдать, как кто-то торгует, а мы сидим и не можем торговать. Вот. Почему золото обновляет по часовкам лоу? Потому что золото стремится к своим четырехчасовкам. Итак, давайте на четырехчасовке посмотрим. Евро-доллар, четырехчасовка находится... вот в таком коридорчике, но он уже отработал, давайте его прокомментируем. То есть, если мы уменьшим, мы вот у этого движения вниз должны спросить, кто здесь был последним поцелуем. Увеличиваем. И видим последний поцелуй одноцвет. Черный, 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 черный. Смотрите, пробитие, стоп-лосс. Пробитие, цель определилась 423, но не тут-то было, стоп-лосс. Далее, смотрите, пробитие без касания 161 и тейк-профит. Все. То есть этот коридорчик уже никому ничего не должен. В нем есть два стоп-лосса и один тейк-профит. Прибыль здесь есть, если вы дружите с мани-менеджментом. Значит, убираем. И начинаем отчет отсюда. Здесь нам кто-то что-то должен. Проверяем. Это наш вчерашний коридор. Он уже никому ничего не должен. Он закрыл стоп-лосс. Ага. Но закрыв стоп-лосс по четырехчасовке, он закрывает
Он находится в зоне бая в неотработанном по 4-часовом, тоже в бае и тоже до 15595. Так же, как и часовка. Понятно, да? И вот, так, вот такой маленький микроанализ нужно проводить по утрам. По утрам. Что-то там рисует. Давайте посмотрим, что это такое. Сейчас, секундочку, я скопирую вашу ссылку. Посмотрю, что это такое интересное. Так, это что такое? А, ну это канал Сергея. Все понятно. Я думал, там график какой-то нарисован. Почему по золоту до самой нижней свечи не дотянули FIBA, когда натягивали канал? По золоту до самой нижней свечи не дотянули FIBA. Вот здесь? А потому что секрет номер два здесь использовали. По идее, и так должно быть, но когда уже начинаются движения, вам нужно знать конкретную цель. Допустим, 12.55 была цель так, до того, как мы ждали пробития. После того, как мы пробили, мы должны использовать секрет номер два и получаем цель 12.59, которая осуществляется. Вот, чтобы это понять, я вас еще раз приглашаю 25 июня для того, чтобы более подробно про эту стратегию узнать. Либо в процессах, семинарах вот эти вот секреты, они просто выкладываются дополнительно. То есть изначально, когда я еще не вижу пробития, я вижу одноцвет. Но после того, когда я уже вижу пробитие, мне нужно фиксировать более четче свои цели. Поэтому я передвигаю по секрету номер два. Почему? Правило называется «лишь бы не торчало». И все, и бумс. Австралиец, канадец торгуется. Ну, давайте сейчас по австралийцу, канадцу подоргуем. И мы достигаем 12.59, 12.24. Теперь уже ничего здесь менять не нужно. Вверху одна единственная черная, внизу была альтернатива. Либо это белое, либо это белое. Значит, вот это белое определяется. Окей. Так, нефть. Вчера друзья мне звонят и говорят, нефть летит вниз. Я говорю, куда летит? Они говорят, на 49.50. Я говорю, докупайте ее на 40. Как так? Я говорю, покупаем на 49.50. Покупаем. И как раз таки мы видим, что на 49.50, кто купил, тот молодец. Молодец. Потому что мы всегда на сотки докупаемся, а цель у нас 53-58. За нефтью мы наблюдаем. Касания стоп-лосса вчера не было, но кто купил на 49.50, тот молодец. Он купил на сотки. И будет отправлять теперь на 53-58. Российский рубль начал шевелиться и ушел в ласткиз в бай. То есть выглядит это очень хорошо. У российского рубля был вот такой вот ласткиз. Он сейчас происходит, в данный момент пробитие 161, цель будет 423. Но в принципе 423 цель у него находится внутри того коридора, который контролирует ЦБ. И все. То есть он дойдет до сюда, отдаст 423, а потом опять вниз пойдет, потом опять и вот так прошатается здесь все лето. Я думаю, что британский референдум на Россию действовать не будет, поэтому никаких сегодня таких изменений в паре доллар-рубль тоже не произойдут. Думаю, все останется вот в рамках этого диапазона. До вот этой фиолетовой, как раз таки до вот этой фиолетовой, там стоит 423 take profit. Ну все, коснемся его и назад пойдем. Отлично. Так, теперь смотрим евро-доллар дневку. Что кому должна евро-доллар дневка? Во-первых, евро-доллар дневка идет в невосходящем тренде, да? Согласно последнему поцелую. То есть есть у нас одноцвет такой беленький, его раз один пробили, снесли стоп-лосс. И в любом случае верха мы еще пока что не касались. Поэтому мы находимся по евро-доллару сейчас вот в таком вот состоянии. Вот. Либо мы уйдем на касание вверх, и тогда появится другая полудуга, которая будет смотреть вверх. Либо мы повторно пробьем сотку, цель мы уже знаем. Если евро пробьет 4 часов, цель будет 1.05736. Ну, это достаточно далеко. Но последний поцелуй смотрит вниз. Смотрит вниз. Окей. Фунт-доллар дневка. Но он по дневке маленький поцелуй отработал. И по дневке я по фунт-доллару именно показываю, что... Вот вопрос мне задавали, какие полудуги, сколько их там штук. Дело в том, что последний поцелуй фунт-доллар свеча в свече отработал уже. Вот он. Выход и 261. Без касания стоп-лосса он отдал. После этого просто... Вот когда вот куда-то вверх летит, нужно понимать, а какой уровень здесь главнокомандующий? Да вот этот уровень главнокомандующий здесь.
Почему? Потому что после вот этого коррекционного движения было обновление лоу, и после обновления лоу касания низа не было. Значит, все вот это движение вверх, это является движением до вот этого хая. Потому что низа не касались. Лично я так воспринимаю. Двигаемся, бамс, протестировали хай. Бамс, протестировали хай. Бамс, пробили хай. То есть мы находимся в очередной попытке пробить красивый, выпукловогнутый, W-образный коридор без касания низа. И находимся выше сотого уровня. И цель по фунту известна. 1.6013. И возможно сегодняшний референдум, он просто сразу улетит на 1.6013. И все. И тогда дневщики скажут: классно, я забрал свой take profit в последнем настоящем поцелуи, который является не одноцветным, а из разного количества свечей. Самое главное, что нету касания низа и есть пробитие верха. Все. Эта дневка была фунта и дневка золота, а она выглядит вот таким образом. В любом случае идет в восходящем тренде, но золото нарисовало максимальное показание, там же нарисовала одноцвет и стремится пробить этот одноцвет вниз. Но общая картина золота — это восходящий тренд с таким маленьким тазиком внизу. То есть кто-то сходил, водички набрал и опять дальше. То есть шли они вверх. Один говорит: пойду я водички наберу. Раз, сходил, к речке спустился, водички набрал и дальше вверх идут. В любом случае идут вверх, соблюдая трендовые линии, градус, наклон. Все работает, все идем правильно. Но есть опасность последнего поцелуя, выглядит она вот таким образом. Вы уже догадались, как это последние белые свечки. Еще пока что мы не пробили 12.43, но можем в любой момент пробить. Евро-доллар неделька находится вот в таком состоянии. То есть это восходящий тренд, потом провал, потом тестирование пола восходящего тренда. И вот в таком. Это давнешняя наша картинка. Фунт-доллар неделька. Находится как раз таки этой недели, он подходит к тестированию фиолетовой линии, к правильной фиолетовой линии. То есть сегодня у фунт-доллара два варианта по недельному графику. То есть завтра же пятница. Либо этой неделе пробить настоящий нисходящий тренд и уже перейти в восходящий, либо оттолкнуться от фиолетовой и продолжать свой правильный нисходящий тренд. Это правильный нисходящий тренд. С этой точки был лоу, была коррекция, и с этой точки было обновление лоу. Это мы тоже изучаем и будем изучать 25 июня. Золото неделька в данный момент тоже подошла к фиолетовой линии и активно от нее отталкивается вниз, чувствуя эту фиолетовую линию. То есть многие, кто не дружит с фиолетовой, они говорят: слушай, а что золото, куда идет вообще? А кто будет на семинаре 25-го, он скажет: а ты что, не знаешь, куда золото идет? Вот куда оно идет. Это правильная фиолетовая линия. И золото в данный момент отталкивается от фиолетовой линии для того, чтобы получить мощнейший импульс куда? Вниз. Теперь смотрим последний, смотрите, вариант, да? То есть здесь должен был состояться трендовый коридорчик вверх, он не состоялся, понедельки. И сейчас мы от золота чего ждем? Коррекции более 62%. Если будет коррекция более, сюда уйдет, то все, это будет глобальный сейл по золоту. Пока что мы дошли до 50-го уровня и можем, еще не дошли, и можем откорректироваться. Но если неделька провалится глубже 61-го, то все, уже можно будет приступать к селлам. Классическая Фибоначчи, она тоже работает, потому что по классической Фибоначчи вычисляется пятиволновка, по классической Фибоначчи определяется правильный тренд, неправильный тренд и так далее. Поэтому дружите с Фибоначчами, и все будет хорошо. И самое главное, нужно еще дружить с фиолетовыми линиями. Непонятно, где золото находится. Поставьте правильную фиолетовую линию, и вы поймете, где находится золото. Непонятно, где фунт находится. Поставьте правильную фиолетовую линию, вы поймете, где находится фунт. И вы поймете, где находится евро-доллар. Ситуация на сегодня. В большой кривосогнутой выпукло-вогнутой полудуге по часовке евро-доллар готовится к баю. И в данный момент он пробивает уровень 100. И цель у евро-доллара
после клоза выше 13.46 цель у него будет 15.16. Это криво согнутая, выпукло вогнутая, но правильная трендовая полудуга, которая присела, вернулась на 100% и идет к своей цели. Фунт-доллар уже находится по кривосогнутой, выпукло-вогнутой в бае, выше сотки находится. И золото по кривосогнутой, выпукло-вогнутой последний протестировал 161 уровень и ждет своего 12.42. 12. Там на 12.43 очень мощный уровень стоит, как раз туда и сходим. Это мы берем трендовое. И второе, что помогает золоту, есть недоработанная цель по последней кривосогнутой, выпукловогнутой вот такой полудуге. Она тоже находится в состоянии села, но цель у нее немножко другая. 12.23. Теперь резюме. Евро-доллар собрался в бай. Фунт-доллар уже давно в бае. Золото уже давно в селе. Именно эти вещи у нас были и вчера. Вчера тоже был евро-доллар в бае, фунт-доллар в бае, а золото было в селе. Ну и благодаря тому, что мы вчера утром встречались, мы получили take profit. Вот такой по евро-доллару. По фунт-доллару что-то мы тоже там вчера получили или не получили. Что было вчера по фунт-доллару? Кто может подсказать? А, ну по фунт-доллару я уже не помню сейчас. Что-то мы получили. А, ну вот здесь мы получили. В любом случае, поцелуй позавчерашний, самый низкий парень, он отработал. Он отдал свой 261, после выхода сотки он отдал 261. То есть снизу низкие парни нам уже ничего не должны. Низкие парни все отдали. Резюме. Какое у нас резюме? Наблюдая за опасностью. Вот такой. И про себя спрашиваю, а зачем я за ней наблюдаю, если торговля сегодня запрещена? Наблюдаю за опасностью вот такой по фунту и сам себя спрашиваю, а зачем я за ним наблюдаю, если торговля все равно запрещена? И по часовке у золота уже бай, но мы с вами в нем участвовать не можем. Вот так. Это коридорчики сегодняшнего дня. Коридорчики сегодняшнего дня. Теперь смотрите, противоречия. Евро как будто бы sell хотим, фунт-доллар как будто бы sell хотим, а золото уже buy. Уже не хотим, он уже есть. Но на самом деле евро buy, фунт-доллар давным-давно buy и золото давным-давно sell. Есть недобитые цели, я поэтому говорю, во всех семинарах есть скрытый текст. Об этом нужно обязательно понимать, что лучше сделочка будет, если по евро-доллару уйти в бай со стопом 13.21 и стейком вот здесь. Лучшая сделочка будет, если по фунту уйти в бай со стопом на 47.39, стейком на 50.41. И лучше сделочка будет, если уйти в sell, но не здесь, а в другом коридорчике, вот в этом, в более коротком, вот в этом коридорчике уйти в sell. До 12.42 со стопом на 12.82. Это будет лучше, чем рассматривать евро-доллар как будто бы в sell, как будто бы в sell и золото как будто бы buy. Это будет немножко ошибочно. Фунт первая цель 1.51. Ну, правильно говорите, где-то там. У нас тоже есть 1.50, 1.53, 1.57 и т.д. и т.п. и т.д. и т.п. Где-то была еще красота, которую я хотел с вами поделиться. Ну ладно, давайте посмотрим, кто сегодня торгуется. Австралиец и канадец. Австралиец доллар. Канадец доллар, да? Может быть там что-то интересное есть. Не, ну они тоже красавчики. Они тоже по выпукло вогнутым, криво согнутым смотрят вверх. Видите? То есть это настоящая полудуга, которые нам в уменьшенном виде говорят, куда двигается график. Они правильно нам все говорят. Доллар Канада вверх. Ой, австралиец доллар вверх. А доллар Канада, скорее всего, вниз. Нет у него вниз. Нет такой красоты, как у него, кстати, тоже
Вот сейчас он вообще ни в каких действиях не находится. То есть доллар Канада в селе находился, по стопу снесся. И доллар Канада находился в бае и тоже снесся по стопу. В бае находился и тоже снесся по стопу. Значит, доллар Канада, вот такой надо знак поставить и сказать. Он сейчас просто не дает сигналов по лосткису вообще никаких. В сел было стоп-лосс был, и в бай было тоже был стоп-лосс. А вот австралиец доллар был бай. Просто попробую, будет торговаться, не будет торговаться. Нет, здесь тоже торговля запрещена. Кто сказал, что по австралийцу, канадцу есть торговля? Нету торговли. Доллар, иена. Ну, вы видите, что на доллар-иене происходит. На доллар-иене в данный момент нет касания низа. Я всегда обращаюсь на самого низкого парня сразу. И есть последний поцелуй. Выглядит оно вот таким образом. Касания низа нет. А, есть касание низа. Все, перепоцеловали его. И уже отдали тейк-профит. Снизу никто ничего не должен. Выглядит это вот таким образом. Перепоцеловали и все, снизу никто ничего не должен. 261 был достигнут с одним стоп-лоссом. Выход стоп-лосс, выход тейк-профит. Все хорошо. Отсюда начинаем считать. Здесь перепоцеловали вниз. Ну и все, здесь нет ничего. Доллар-иена отдыхает. Доллар-иена отдыхает. Ничего нет. Нету сигналов. Нету сигналов. Если вы хотите по доллар-иене куда-то собраться, то у вас есть вот такой вот вариант, и он вас ждет. Он ждет вас, но входа нету. Ну, это видно по часовке, что входа нет. По австралийцу buy stop 4 с понедельника. Спасибо. Доллар-иена. Ну, все, доллар-иена посмотрели, входа нету нигде. Четырехчасовка входа нету, часовка входа нету, дневка. Доллар-иена в селе. Дневка доллар-иена в цели. Недоработанная цель есть. То есть можете туда пойти. В уменьшенном виде красиво смотрится. Видите? Ну, самый красивый график это вот такой. И небольшой, и не маленький. Он очень хорошо смотрится. Видно, что дневка доллар-иена смотрит вниз. И есть цели. Если раньше мы понимали, смотрите, если раньше мы поняли, да, доллар-иена в нисходящем тренде, но мы не могли понять, остановился актив или не остановился, то сейчас мы уже понимаем, что актив пока что еще не остановился. То есть есть у него где останавливаться. Неделька. То же самое. Неделька вообще показывает глобальный sell. То есть вот от этой белой до вот этой черной. Все. Неделька вообще только-только приготовилась к sell. К хорошему sell. Все. Все хорошо. Да, ну у кого осталась торговля, у того она, естественно, осталась торговля. А у кого, кто хочет сегодня торговать, то не получится ничего. То не получится. Вот так вот. Вот так вот. Это на сегодня, это на сегодня, это уже на сегодня работает. Но есть настоящие графики. Не забывайте. Вот он настоящий график. Buy. Вот он настоящий график. Buy. И вот он настоящий график. Пока что sell. До встречи через 6 часов. Очень хороший сегодня день. Можно просто рисовать, а торговать все равно не получится. Было бы так каждый день. Если бы, представьте, если бы торговля на Форексе была запрещена постоянно, тогда бы у всех депозиты были целые. Никто бы ничего не проигрывал бы. Все бы просто занимались анализом рынка, развивались бы. Но ни у кого не было бы возможности проиграть свои денежки. Почему? Потому что торговля запрещена. Очень приятно на самом деле, когда вот такое вот написано. Это очень приятно. Trade is disabled. Да. Было бы так каждый день. Но вот представьте, нельзя торговать, но не пропадает желание анализировать рынки каждый день. Вот тогда было бы все хорошо. Ждем завершения референдума и с понедельника начинаем торговать в обычном режиме. В обычном режиме, как мы раньше с вами торговали, с нормальными кредитными плечами. А теперь вот задайте себе вопрос. Где лучше торговать? С кредитным плечом 1 к 500 или все-таки с кредитным плечом там 1 к 10?
мы уже привыкли. То есть фанатики Форекса отличаются от фанатики других финансовых рынков тем, что у нас большое кредитное плечо, и оно нам нравится. Я вот поторговал 2 дня с кредитным плечом 1.25. Вообще неинтересно. Вообще неинтересно. Большой залог, маленькая прибыль. Я думаю, что кто-то тоже придерживается такого мнения, что на Форексе именно хороший аппетит, который приходит во время еды. А еда — это хорошая стратегия. Если есть стратегия, то кредитное плечо не помеха. Да, в понедельник будет уже, скорее всего, с кредитным плечом все хорошо, но ждем информацию. Там было написано так, что об отмене этого маленького кредитного плеча придет письмо в MetaTrader. Ну, придет письмо, будет написано: ребята, кредитное плечо встало на место. В рейнже она не работает. А в рейнже не работает ни одна стратегия, потому что в правилах написано: в восходящем тренде можно только покупать со стопом ниже предыдущего лоу. В нисходящем тренде можно только продавать со стопом выше предыдущего хай. В рейнже торговать нельзя. И так написано во всех учебниках. Спасибо. До новых встреч. Удачи всем. Хотя, какая сегодня удача? Сегодня пожелаю вам хорошего настроения. Торговать все равно нельзя. До встречи.